А еще мне хотелось сделать небольшой сюрприз. Дело в том, что на первом Вероксе здесь с одним чуть ли не единственным своим сетом выступала группа Кита, представляв тогда... Есть один человек, который обожает. Два. Четыре. Вот. И ко мне обратилась в будущем очень многообещающая, но сейчас еще начинающая группа «Белка и Стрелка», а с тем, чтобы я спел в их версии кавера песни группы «Кита» под названием «Камчатка». Потому что мы только что посетили долину гейзеров, Кронотский заповедник. Добро пожаловать, Стрелка, на ударных инструментах, и Белка, и на клавишах. Где-то на Камчатке, где-то на Камчатке, счастье там пришвартовались наши старые подлодки. Эти субмарины, аквамарины, дов мне до троги глыбы, окаменевший взгляд, списанный с девушек-подростков, мальчишек с ранними усами, подбивавших клинья, удочки закину, кажется, вот-вот все вернется вновь. Без шансов на любовь, только посмотреть друг в друга с разных берегов. Без шансов на любовь. Где-то на Аляске, где-то на Аляске, страсти пылают эскимосы, и эскимосы шлют крутые смски. Чуть-чуть камчатца, здрасте, сменяет на нет масти, вулканом покурит, доказывая, что самая прямая дорога к сердцу тая, вкусная, как крабик.
и корочкой еще не бывает долгой, и все вернется вновь. Без шансов на любовь, только посмотреть друг в друга с разных берегов, только посмотреть друг в друга с разных берегов. Большое приятного времяпровождения сегодня и завтра. Берегите силы.